Поспешать, не торопясь, делая на совесть и на долгие годы. Качество работ в доме номер 4 по Московскому проспекту в Пушкино оценивает глава округа Максим Красноцветов. Девятиэтажка находится под управлением муниципального бюджетного учреждения ЖЭУ Пушкино. Работы было много. В доме один подъезд на 56 квартир. Сюда входит обязательно замена окон? Что входит? Здесь, да, замена окон. Соответственно, до второго этажа замена плитки, косметический ремонт стен, ну и плюс поручни и почтовые ящики. Пластиковые окна вместо старых рассохшихся рам в этом доме поставили чуть раньше. Несколько лет назад заменили лифт и установили камеры видеонаблюдения. Все это также в рамках областных программ. Активные жители участвовали в каждой. В ходе летнего ремонта собственники квартир дополнительно решили положить плитку не только на первом, но и на всех этажах. В итоге получился не подъезд, а конфетка. Ой, вы знаете, у нас все в отпаде. Вот у меня сестра пришла, она говорит, насколько, да. Если бы вот вы видели, что у нас было, то, конечно. Ну, мы цвет вот у нас, ну, это я вот предложила этот цвет. Очень довольна. Нет, мы благодарны, то, что вот и программе, губернатору привет. Респект, как сейчас молодежь говорит. В этом году в Пушкинском всего планируется отремонтировать 231 подъезд. К августу работы выполнены на 60%. В прошлом году в округе привели в порядок 490 подъездов. Всего в Пушкинском их 5585. Часть подъездов ремонтируется с учетом софинансирования по программе губернатора Московской области. Часть ремонтируется за счет управляющей компании. Всего в Подмосковье в рамках масштабной программы в текущем году приведут в нормативный вид, то есть станут более уютными и красивыми, более 6000 подъездов. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа.